Итак, всех приветствуем на своем канале. Продолжаем метро. Опять забыл, как это переводится. Awakening — это пробуждение, метро пробуждение. Значит, в прошлый раз здесь остановились. Нам дали первое наше оружие, ТТшка. Патронов очень мало. Играю на хардкоре, то есть, ну, максимальная сложность. Не знаю, насколько получится все это дело пройти, где не застряну ли, проходимо ли будет это для меня, не знаю. Ну, в общем, посмотрим вперед. I don't know if you handled that kind of trolley before, but Akim was complaining it's hard to start. Admittedly, Akim is an idiot. Так, окей, забираем. Изи-пизи. Сердар, Яна won't like that you left without a word. I've burdened my wife enough. Hey, give yourself some credit. The day is still young. Ну что ж, поехали в неизвестность за лекарством для нашей жены Яны. Натан Хоркаравен avoided a lot of Metro's less desirable elements by taking a route that's a bit, shall we say, off the beaten path. Hope you're in the mood for a little sightseeing. For a pillar of the community, we certainly do have some colorful associates. And to think, you gave up the romantic life of a stalker. To get off the surface? You're damn right. Imagine the worst hellhole of a station you've ever lived in. That's still a day spa compared to the kind of shit I went through out there. Quite like you said, surface is hell nowadays. You guys do live in paradise. The end of the line is fast approaching, my friend. Так, ну что, наша остановочка. Окей, okay. Hop off and head over across the other set of tracks. You should find a reinforced door off to your left. Слушайте, а тут жидковато. Что-то там вот ходили, там везде какая-то музычка такая спокойненькая, люди повсюду. А здесь прям что-то как-то уже так себе. Так понимаю, что таких, скорее всего, будет много жмуриков. Так. Ага. The good old Soviet stuff. 100 years later. This piece was probably built in the 60s. Блин, я не жутковато немножко. Some impressive equipment here. Не знаю. The museum kept a backup generator for security and stuff like that. Which museum? The Tretyakov? Яна and I went on our first date here. Well, before you get too misty-eyed, Ната's route doesn't go through the museum itself. Still, I haven't been here since, well, since before Яна and I split back then. We met when we were in university. I picked the museum for our date.
because I felt I needed to come across as more refined. Right, because everyone thinks you're such a savage. Короче, у меня очень мало патронов, вот что меня напрягает пока что. Очень прям мало патронов. Я думаю, что на хардкоре мне вряд ли много их будет давать. Так, ну что ж. Сейчас, как назло, привлеку внимание вот этим шумом кого-нибудь. Тихо-тихо, не лагаем. Не лагаем. Блин, мне зарядка от пауэр. Ой, хорош, как я его. В полете прямо. Так, надо считать. У ТТшки, по-моему, маленький магазин. Надо считать патроны. Так, что-то вы ранены, вам нужна помощь. Ну-ка. Во-первых, перезарядка. Так, здесь. Да, все заряжено. Так, это. В руку себе. Ну и новенькие. Прикольно. Так, я надеюсь, он один был. Да, патроны подбираются. А он, кстати, отличается от моего. Ну-ка. Ну да. Но это тоже ДТшка. Он какой-то то ли модифицированный, то ли чистили. Вот, ну видите, швы такие. Непонятно, зачем они. Это я не знаю. Так, здесь заряжено, здесь не нажимаем. Так, ладно, идем дальше. Блин, вот эти туда они, скорее всего, влезают. Аккуратно. Еще у меня мало патронов. Блин, на одного много надо. То есть, ну, это весьма весьма пришлось пострелять. Я не помню, я попробовал взять или нет этот. Ну, тут эту ТТшку. Ну, по-моему, нельзя. Смотри, какие живучие, а. Man who wanders into the lion's den. Блин, я сейчас... Be surprised to find lions. Я все, весь выстрелил, смотри. Пусто. Один только остался здесь. Ой,
Так, а сколько патронов-то, блин? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь патронов получается. А так не посчитать? Не, я тут не помню. Кстати, последний обоим осталось. Но эти маленькие. Там я видел еще большие есть. Я не знаю, как я с этим буду большими сражаться. Так, еще два патрона, отлично. Патрошки очень даже к месту. Так, это тоже нужно активировать. Лечение. Так, здесь нет, здесь не взаимодействуется. Стоп. Блин, вот этот вот яркий свет, да, он быстро пропадает, жалко. А хорошо светит. Кстати, я не говорил, что, по-моему, пробовал Бэтмена. Блин, такая ерунда, ребят. Мне не понравилось. Я его даже записывать не стал. На любителя. The entrance to the archives is a couple levels above you, on the opposite side of the escalators. I remember waiting for Yana at the top of those escalators. We agreed to meet here at noon. I'm there waiting, watching face after face rise in front of me over the top of the escalator. I waited 3 hours, and at 3:06, I get a tap on my shoulder. Ну, блин, нашли время. Behind me, with her arm in a sling. So, in other words, neither of you knew how to take a hint. She called us stubborn. Читать очень неудобно. Так, да, патроны, блин. У меня очень мало патронов. Нету, да? О, нифига. Метро. Не иди. Ну да, и посмотрите там. Не берется. Ладно, метро 2034. Че, нет, неужели? Кто-то здесь ночевал, кстати, смотрите. А че здесь, баррикаду такую устроил себе? Ну, единственное, что вот это вот не очень как-то надежно смотрится. Ну, явно камеры не работают. Хотя электричество есть. Ой. Ну. Блин, жопой сел прямо на пауэрбанк. Сейчас, секунду. Оп, все. Куда-то залез, куда лезу, не знаю. Игра линейная, поэтому куда дает, туда и лезу. Да, ты откройте заклинившие за двери двумя обоими руками, вообще понял. Так, у меня обойма, если что, есть. Одна в запасе. Ага, вижу, сейчас туда пойду. Так, ну тут не про зум, поэтому вряд ли что-то будет. Ку-ку. Ой, блин, я думал, это темнота, это просто такая загрузка. Фига, арматурина, блин. Толстенная.
I'm about to confirm those mutant den rumors of yours. Ага, пробежал один. Как так-то? Так, два патрончика вообще ни о чем. Они очень все жирные, даже вот эти мелкие жирные. Да возьми! Как это работает, блин? Я чуть не стал жертвой недопонимания. Так, все, проверил. I'm out of grenades. Какие гранаты? Дай мне вот это. А, левой рукой, значит, гранаты ищет. Ладно. Так, а здесь что тебе мешает зайти туда? Ну открой. Не хочет, да? Сейчас еще один, наверное, вылезет. Так, стоп, а мне куда? И почему у меня грязная эта штука? Видно, да, у меня грязная, по-моему, это. Так, а мне куда, извините? Так, оттуда я пришел. А, вижу. Блин, показалось патроны. Блин, у меня патронов нету. У меня в обойме. Так, что здесь тупик. И это какого? И два патрона, ну, запасных, все, нету больше. Я стараюсь не шуметь, я еще не знаю, меня не обучали как, ну, скрытности вот этой. Поэтому я так стараюсь тихо все делать. Так, я не помню, что сделал. А, я открыл дверь, наверное, там. Так, ну ведь не здесь, да? Да, нет. Ну, что там есть. Не знаю, что там. Ой, хорошо, как полностью. Ну, прямо аж дырку эту заблокировал, чтобы другие не вылезали. Да, здесь открылось. Так, сразу там тогда закрываем. Закрываем, ничего не скрывается. А было бы спокойнее за спину. Это снег? Да, пар изо рта. Это снег. Прикольно. Ага, вот и радиация. Я высоко слишком поднялся. Signs for the museum, but radiation levels. Так, радиация просто бешеный уровень. I didn't expect you'd be anywhere quite that close. Так, я не ожидал, что это. Knowing Nata, she will have stored the gas mask on her route where it's needed. Look for it. Поищи противогаз, походу, да? Ага, вижу. Got it. Good. Keep an eye out for extra filters. You may need them. Now, hide that ugly face of yours and make your way across. Employees, do me a favor. Be sure you check your watch now and again. It will let you know when your filter is going to run out. А еще есть что, всего два, что ли? Я не вижу больше. Да, всего два. Так, а здесь я смотрю.
не знаю, с этим ходить как его. С фонариком или без фонарика. Палится он, не палится. Привлекает внимание, не привлекает. Ну с ним даже здесь хорошо видно. Ага, 3 минуты у меня. Все, я понял. Я не могу себе позволить пропустить патроны, поэтому я очень стараюсь. Блин, мне достало, что он перекидывается на левую руку. А, так не надо нажимать, там он автоматически все понял. Так, это ничего не так сложно. Так, не надо спешить. Не надо спешить. О, фильтр. Отлично, 2 штуки есть уже. Запасные. Так, 2 минуты. Так, дверь закрыта. Алло? Точно. Someone strung up a dead Nosalis above the archives. Who the hell would do that? I'm more interested in how they did it. It's far too elaborate. Even with a handful of men. I've heard all kind of tales on things that go beyond the possible. You know, monsters whose existence you can't explain. Monsters are just those animals we humans haven't studied properly yet. One can see a rookie who's venturing into hell for the first time. Мне очень нравится, что вы патронов не дал. Stupid. Один, вообще ни о чем. Change before you can understand them. Ой-ой-ой, so так, надо ускоряться. Now you're talking souls. Was it you, perchance, who stole Yana's pills? Okay, all right. Nata's route runs down the staircase on the opposite side of that room. The Nosalis had something painted across its chest. At the museum. You don't see it. It looked like a snake or something of that sort. Have you heard of anything like that? Could be just us. Так, 30 секунд. Humans. Metro's full of all sorts weirdos doing creepy shit. I quite like the humans. Чё, пусто? Серьёзно? Двенадцать секунд. Нету. Так, 3 минуты, я обновилась. Еще запасной один. Так, здесь тупик. Оттуда, ага, вниз вижу. Дайте мне патроны, мне будет поспокойнее. О, отлично. Так, раз. А это патроны другого. Нет, это патроны это другого калибра, это что-то другое. По-моему, как. Не знаю точно. Я точно. Ну, я знаю, что какие-то патроны могут подходить к ТТшке. Но я не знаю, какие именно. Так, 2 минуты. Thank you.
Смотрите на улице, все здания разрушены. Минута. Дальше. Так, что здесь? Опа. Так, это не открывается, по-моему. Не, а тоже не открывается. Так, а что такое? Патроны, отлично. Так, минута. Минута. А я не знаю, где выход. Мы сейчас сдохнем с тобой здесь. А где все эти? Да, сейчас я еще буду читать. She became so enamored of the idea, she convinced me to undergo hypnotic regression. As if I'd suddenly remember this entire past life she'd invented for me. You actually did it? You've met my wife. Нифига себе. Point taken. So what did you see when you were hypnotized? I couldn't remember anything, really. But Yana and the doctor assured me I was quite the convincing warlord. Так, ладно, все, бежим. Don't laugh. I told that story one too many times at my old station. How would you like to be forever associated with a man who murdered millions of people? That'd be fine with that. Все замерзшее. Да мне не попасть? Нет, наверное, да? This is all such cheap nonsense. Past life. Так, ладно. But psychotherapy before psychotherapy. Ну что, надо менять. Cavemen to cope with the fear of death, promising them a continuation. Ой, убери. Все, 3 минуты. Последние 3 минуты, кстати. Так, все, бежим наверх. Я так понял, что надо перепрыгивать. Не, он не берется. А. Ну это все ТТшка. Это ладно. Так, ничего нету, да? Так, у меня меньше минуты, что ли? Точнее, меньше 2 минут осталось. Дай прийти, блин. Так, здесь, по-моему, радиация нет. Перестала шуметь. Или нет? Да, остановила. Все, убираем маску. Ух, успел, блин. Так, ладно. 1,5 минуты, блин, оставалось.
Очень даже пригодится. The floor in the arches is collapsing. I can't reach the stairwell. Everything is scanned with you. I don't know what to tell you. That's where Nata's route runs. Так, минута 28. Ладно, это ничего. Ну, то есть, конечно, более-менее есть что-то. Куда что-то? Я тут не причем. Я все время думаю о тебе, каждую минуту. Зачем я только отпустила твою руку? Я по тебе скучаю. Я очень, очень сильно скучаю. Мама? Мама? Мама, can you hear me? Мама, ты меня слышишь? Да, я слышу тебя, сынок. Я иду. Почему это я не понял? Я иду, типа она умирает? Наверное, в этой отсылке. Вставай, давай, блин. Макс. Жена умирает. Макс, are you there? Сейчас выключимся. Стоп, надо сразу поменять. Так, и у нас минут 21, отлично. Почти ничего не потеряли, пока бежали. Так, подожди, я отсюда вышел, нет? Не, я аж вниз свалился. Так, здесь не открыт, ладно. А почему двери не закрываются? Так, возьми рюкзак, чтобы достать сжигал. Да? Ого. Ух ты, ух ты. Ага. Прикол. Блядь. Что там было? Офигели, что ли? Я не был к этому готов. Так, радиация еще идет, не расслабляемся. Блин, а жуткие эти реально такие весьма вот самые. Ну, не самые приятные, я бы сказал. Пускать ли под напряжение не открывать. Отсюда. Бегом, бегом, бегом. Так, минут до 15 опять. Я не знаю, как это работает. I don't know if you can hear me, but the floor of the archives collapsed. I'll attempt to find another way to the stairwell, but something tells me we may need a plan B. Так, минута. Подожди, мне кажется, в эту сторону надо, да, как тут посмотреть, что у нас тут есть. Что это за звук? No need to go back where I came from. Best to move on. Так, I've been through here already. Best to continue past the collapsed archives. Блин, ну что, что мы там говорим? Так, 25 секунд. Надо уходить отсюда. Блин, я же забыл. Да тут все рушится. Так, ну давай еще менять. Так, минус. А, сюда. Так,
здесь вряд ли что-то. По-моему, я здесь уже отсматриваю. Потому что я не знаю. Ага, все. Чёрт с компасом. Чёрт с компасом. Компас. Компасом. О, какая красота. О, блядь. Это что такое было? Почему здесь сыро? Ага, вижу. Так, мне это не нравится, бегом. Бегом. Прямо рядом с дыркой. Да, круто. Что такое-то? Что-то не то. Что-то не то с руками, что ли, в банке? Да чтоб тебя. Так, не нажимаем. Блять, или нажимать. Нет, нажимать надо. Ну что он это? Max, bodies. Fresh, I think. Something was feeding on it. You see Nata's branding anywhere? Yes, there was all right. It looks like. Блин, сам потом почитаю на записи well. Это все. Yeah. Definitely not the caravan's normal route. So either those stalkers wandered off on their own, or... Let's not jump to conclusions quite yet. Завалил, да? О, интересно, нужно вот эту штуку сделать? Нет. Так, ладно, идем дальше. Ой, как неудобно все сделано. I'm starting to feel like this plan to retrace Nata's steps won't go down in history as one of our stronger collaborations. How about, if you don't catch up with that caravan soon, it's time to just come back, eh? I can't. Not until I find Yana's medicine. Так. Я чувствую, сейчас добегается до меня. Да что такое? Перестало нормально крутиться. Он не сможет спуститься? Нет, не дает. Хм. Оба. Блять, такой здоровый ящик. Чего? Типа у меня максимум патронов, что ли? Смотри, да ладно. А, значит, улучшать рюкзак или что-то типа того. Так, подожди секунду, я посмотрю, у меня это... Да, хардкор. Да, справляюсь, что это значит. Или не продумал, фиг закопишь, ладно. Я понял, я понял. Если что, придется возвращаться, да, за этим делом.
что-то где-то открыл. Чего? Не знаю. Блин, я забыл, что было закрыто. Ага, значит, я правильно зашел. Если загрузка, значит, я на верном пути. Так, на серию заканчивать. Я понял, почему это прогружается так. I can't carry any more clips. Да понял, я понял. Как ты меня увидел, гад? Еще один, что ли? Да, блин. Так, все, нужно есть. Смотри, сколько ударов в голову я ему попала. Так, пусто. Почти пусто. Не, ну, это какой патрон еще есть. Так, где-то я видел. О, забираю. Все патроны надо забирать. Так, ладно, отбился. От троих отбился, смотри-ка ты. Блин, ногу съели. Голову. Стоп. Забыл. I'm seeing a lot of lurkers. Surprisingly aggressive. Lurkers? That's all? A handful of lurkers wouldn't have meant peace to Natas crew. Then maybe the lurkers aren't responsible. Perhaps they were merely drawn here by the corpses. If you don't see the rest of her caravan, then that means they're probably still out there. Это что-то, оказывается, прогружается. Странно, у меня этот, ну, диск, как его, короче, 970 Pro или что-то такое, ну, быстро, поэтому не странно, что оно тут прогружается так долго. Так, слышу, где-то сейчас нападут, наверное. Смотри. Так, как бы еще не появились, ладно.
Ой, что такое? Что такое? У меня еще такого оружия нет. Блин, надо заканчивать. Опа, возьмите калаш. Отлично, так что магазин. Ага. Ой, минус патронов, ладно, буду знать. Так, забираю. Так, вон там дверь открылась. И я, наверное, на этом сейчас здесь и остановлюсь. В общем, как обычно, если вам понравилось, то тут целый арсенал. Ставим лайки и увидимся в следующей серии. Уже отбыл.